В Доме дружбы народов решается судьба карьеры 50 мигрантов. На тесты по русскому языку, истории и законодательству им отведены 1 час 55 минут. Теперь подтверждение знаний – обязательное условие для трудоустройства. Зафарбек Абдуллаев 6 лет строит в Самаре дома и уверен, самое простое – сдать русский язык. У меня друзья, многие друзья из русских были вот в городе у нас, где я живу. И до сих пор мы дружимся. За это вот люблю, уважаю и все. Второй родной язык считаю. Его земляк Закир Усманов переживает за правовой тест. Мне именно мне дан нужен посторонняя помощь, чтобы мне объяснил, что как к чему. Для этого я обращался к нашему диаспору. И мне вот здесь помогли. Сдача экзаменов проходит здесь каждую пятницу. Проводят тестирование столичные педагоги. Узбекская диаспора обратилась к ним из-за проволочек с оформлением документов в самарских вузах. Мы вышли туда, в Министерство образования в Москву. Они сказали, ответили положительно, да, мы готовы направлять преподавателей где-то 5-7 дней максимум. Они получают сертификаты на руки. Оттуда отправляют нам почтой. Вместе с гражданами Узбекистана экзамены москвичам сдают таджики, азербайджанцы, украинцы и молдаване. В среднем 80 иностранцев еженедельно.